дорогие друзья, мы приглашаем Иоанна на красный угол. Поэтому представляет Кыргызстан. Встречайте! И с вами Тойгонбаев! Итак, дорогие друзья, слева от меня синий угол. Боец представляет бойцовский клуб «Атаман». Боец тренируется под руководством Санкт-Петербурга Сахарбаева. Бойцу 22 года, вес бойца 71 килограмм ровно. Рост бойца 1,80 м. У бойца 2 профессиональных боя, из них ни одного поражения. Боец является кандидатом мастера спорта по ММА. Встречайте! Бекбурса! Боец представляет Кыргызстан, бойцовский клуб «Джашкуш» Кызылдия, тренируется под руководством Азата Мадалиева. Бойцу 22 года, вес бойца 71 килограмма, рост бойца 1,78 м. Это профессиональный дебют бойца. Встречайте! Исламин Тойгонбаев! Бойцы на середину. Thank you.
Тимур, треугольник.
Бойцов октагон, в случае несоблюдения правил, минус 2 бойца. Готов! Готов! Готов!
Для вручения награды приглашается Мити Холмов. Ждем вручения, пока вы судьи. Пока вы судьи. Итак, дорогие дамы и господа, уважаемые поклонники, совершенно для вас в этом бою по истечении трех раундов единогласным решением судьи победу одержал боец!